Необычная зарядка прошла сегодня в Александровском саду. Участницы проекта «Бабушкин воркаут» — это 30 активных тюменок-пенсионерок. Здесь танцевали зумбу, ча-ча-ча и призывали присоединиться всех прохожих. Хочется не отставать от молодых, быть всегда в тонусе. Зарядка – это здорово. Я не скрываю свой возраст. Я не думаю, сколько мне сейчас, как я выгляжу. Я просто живу. Я здесь и сейчас. Импровизированная зарядка в Александровском саду – лишь одно из многочисленных мероприятий, организованных в рамках фестиваля «Тюменская осень». 18 и 19 сентября в городе будет работать много спортивных площадок, где тюменцы смогут поставить свои рекорды, получить ценные подарки и не только. Все желающие смогут получить пригласительные билеты на посещение пробных занятий во все учреждения Департамента по спорту и молодежной политике.